Доброй ночи, дамы и господа. Приветствую вас на стриме по Layers of Fear. Наверняка уже многие либо играли, либо, ну, скорее всего, видели стримы у других стримеров. Но я как-то это самое... Тоже я немножко видел на стримах игру, но сам не играл. Хотя мы в разные хорроры на стриме вроде как играли, да. Но... Этот довольно популярный, как-то мимо нас прошел. Все, никак руки не доходили. Вот, сейчас решил попробовать пройти. Он причем вроде как коротенький, там где-то на 3-4 часа, насколько я знаю. Ну, примерно, наверное, в зависимости от того, как тупить, там вроде какие-то загадки есть. Я плохо знаю вообще про игру. Ну, как плохо. Я что-то помню... Там какой-то один скример, ну не скример, какая-то странная ситуация, связанная с детской, и, пожалуй, все. Это все, что у меня отложилось в памяти. Буду ли я заканчивать Доки-Доки? Ну, вряд ли, я не планирую. Потому что опять прокликивать все эти диалоги и читать на стриме, это слишком многого. Эта игра хочет от меня, она не думает, что заслуживает этого. Да, привет, Твичат, доброй ночи, Димакс, Аксен, Бир, Бист, Бомбист, Экокурт, Нибаку, Адуван, привет. Ты ждал Доки-Доки?
Ну, я не гарантирую, чуваки, вам, что я еще раз буду в нее играть, потому что это самое... Ну, серьезно, это, ну, дрочево опять одно и то же слушать диалоги повторения и вслух читать визуальную новеллу очень тяжело играть на стриме. Может быть, вам, не знаю, там, смотреть-то просто и легко, но... читать вслух эти все диалоги. Во-первых, это сильно утомляет. Во-вторых, это скучно, не знаю, там, и все такое. Это не одно и то же. Ну, из того, что я видел первые, там, не знаю, сколько, 10 минут, это повторение и там пара диалогов других. Посмотрим. Я не могу сказать, что будем еще играть. Но, да... Может быть, не исключая такого факта. Я говорю, сейчас, в принципе, чуваки, No Games и, возможно, любые варианты, кроме, естественно, помойного PUBG и прочего говна. Хотя, что исключать, да? Все возможно в этой жизни. Да, про Layers of Fear еще что? Я знаю, что там скримеров много, а я вообще скримеры не очень люблю. Ну, не переношу так. Не особо жалую их. Так что, надеюсь... не так уж и много в этой игре скримеров. Я, кстати, знаете, от чего удивился? Она типа, ну, у меня в Стиме. Ее же вроде на Хамбле раздавали. Бесплатно можно было себе получить. Что она запускается с каким-то лаунчером. То есть запускается не сама игра, а запускается лаунчер, причем который называется Layers of Fear. Тут есть кнопка типа стримить на Twitch сразу. Потом... они рекламируют цивилизацию шестую в App Store. Чуть, короче, впервые вижу такую херню, что, типа, синглплеерная игра запускается с какого-то лаунчера. Кликаешь More Games, тут рекламируют тебе Inner Space, Next Up Hero, Observer. Ну, Observer логично, да? Ну, типа, одни и те же разработчики. Star Wars Knights of the Old Republic 2, Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered. Это, видимо, издатель им впихал этот лаунчер. Ну, то есть, ты запускаешь не игру, а лаунчер. И потом еще с лаунчера только игру. Доки-доки, как бы вступление прошло, дальше все только начинается. Я не знаю, я подозреваю, что, возможно, это какие-то сектантские заговоры. И вам, знаете, чуваки, может быть, не стоит верить. Где кнопка стримить на Азуба? Кстати, может быть, учитывая, что ланчер, если не обновлялся, может, там и Азуба есть, да? Кто знает. Только начали, да, только начали, чуваки, только начали. По Twitch Prime бесплатно копия. Да, в Twitch Prime, кто не знает, раздают цивилизацию какую-то, четвертую, что ли, по-моему. Но это такая тема для игр с Twitch Prime, нужно ставить это самое... Twitch клиент, я не знаю, надо будет как-нибудь поставить эту Twitch прогу. И Twitch прогу и посмотреть вообще, сколько у меня там собранных игр уже набралось. А, да, еще на Твиче же, по-моему, Layers of Fear тоже как-то раздавали. Единственное, у меня вот DLC нет. Да, да, еще скидки начались в Стиме. Вот что. На китайский Новый год. Да, да, я понял, ты, потому что ты про Layers of Fear, привет, Ансика. Так. Выберите профиль. Так, ячейка для сохранения один. Но пусть будет применить. Долгий ли я стрим планирую? Ну, я планирую, наверное, пройти за стрим. Я говорю, она через часа на 3 с чем-то. Еще интерфейс списка желаемых. Да, переделали список желаемых. Сейчас, чуваки, я дочекаю, и все нормально. Захватывается игра. Так. Layers of Fear отличается оригинальным и захватывающим игровым процессом. Каждое принятое игроком решение влияет на развитие событий здесь, как и в жизни. Все зависит от того, какие двери вы откроете, какие воспоминания предпочтете сохранить, какие темные углы рискнете сунуться. Какого бы ни был замысел создателя игры... главный герой здесь вы. Интересно, я почему-то думал, что это просто линейная такая игра. А это типа это самое. А это, то есть, игра еще с несколькими концовками. Прикольно. Так.
Я думаю, высокие настройки потянет все-таки мой комп этой игры. Я быстренько глянул, особо... Я смотрю, скидок нет на этот китайский Новый год в Стиме. Так что я, да, быстренько глянул просто. Наверное, даже покупать нечего на этой распродаже мне. Я и так на зимний, по сути, закупил. Чего хотел? Пока чем при ходьбе он, кстати, может вырубить. Так... Я думаю, по громкости нормально, учитывая, что эта игра, наверное, такая типичный хоррор, где изначально занижают громкость, а потом прибавляют ее просто ради того, чтобы скримеры громкие были. Пять игр списка желаемых оказались по скидке. Ну да, но просто они не те, которые хотелось бы. Минимум там процентов 75 хотя бы. Да, я начинаю припоминать, что главный герой озвучен как будто какой-то нажратый, а не трезвый. Да, здесь так и должно быть, что черный экран, а не игра сглючила. Каждый портрет нарисован с чувством, портрет артиста, а не сидящего. Ну, портрет художника, как бы, а не того, кто сидит, я так понимаю. Ну, если я правильно перевел цитату, почему-то в локализации решили не переводить. Так. Начинаем мы просто с особняка, да? То есть мы просто приходим, типа. Что это? Это намордник, да? Это ж не штука на руки, да? Да, причем игра нас решила не обучать управлению. Надо будет найти, я думаю, встретим. В игре он часто встречается же. А... Триумф художника. Открытие галереи изумляет критиков. Одни зовут его новым Караваджо, другие сравнивают с Ван Эйком. Один восторженный критик, пожелавший остаться неизвестным, дошел так далеко, что возвал к духу великого Леонардо. Как бы там ни было, а выставка имела огромный успех. Особый стиль получил высокую оценку за свое уникальное сочетание влияния Ренессанса с более современными техниками. Сам художник присутствовал на мероприятии в компании красотки-невесты. В своем черном платье она выглядела потрясающе. Лично рассказала нам, что пара действительно ждет. Это, видимо, главный герой, да? Ну, игра, кстати, выглядит неплохо. По сравнению с другими хоррорами. Я вот так смотрю по графину. Что? Что? Там что-то написано. Но это ошейник какой-то, короче. Я так понимаю, да? Как это убрать? Ага, все. Короче, игра нам намекает, что здесь где-то была собака. Ну, либо есть. Намордник, ошейник. Уважаемый господин, просим вас прекратить одолевать наших специалистов по борьбе с вредителями, а также не отправлять нам больше своих бессмысленных писем. Да будет вам известно, что моя мать, порядочная женщина, не потерпит подобных обвинений. Все наши сотрудники, побывавшие в нашем доме, констатировали, что не слышали никакого шуршания и обнаружили заражение. Единственное, что вам требуется, профилактическая обработка. Прошу вас, примите к сведению, что это письмо последнее предупреждение в противном случае. Следующее полученное письмо будет от наших адвокатов. С наилучшими пожеланиями, Карл Дентон. Компания «Усмирение надоедливых вредителей». Привет, Максик, Ромулус, Ной. Доброй ночи. А вы-то чё не спите, чуваки? А вы-то чё не спите? Или у вас режим другой? Блин, там кто-то писает. Кто-то писает. Может, гамму прибавить? Что-то как темно, чуваки. Что-то как темновато. Компания протеза Ахиллеса. 1X
протез голени, ну, в количестве одной штуки. Как можно было ошибиться с длиной? А не тот протез ему подсунули? О! Мы видим себя в зеркало. Ну, хер знает, хер поймешь, кто мы такой на самом деле. О, свет. Что-то какое-то мутное зеркало. Не как в «Мафии», конечно, в третьей. Тут можно смывать. Или не работает слив? Слив не работает. Чё-то темно, пиздец. Ну-ка. Может, я слишком низко сижу, и у меня монитор не показывает мне нормально. Зубы лечил, болят. Ой, зубы, конечно, да, такая тема неприятная. Здоровье, здоровье. Так. Сейчас я нормально сяду, а то реально чуть темно. Сэр, я не заходил в мастерскую, как вы просили, хотя представляю, какой там беспорядок. К тому же, раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их к вам в кабинет. Свободный, неработающий бездельник, можешь бодрствовать, когда захочу. Приятно, приятно, когда можешь. Ага, закрыто. Ну, типа, можно шариться по ящикам. Фотка, видимо, наша. Почему-то в крови. Ну, может, это не кровь, может, это, конечно, варенье. Кетчуп какой-нибудь. Хер знает, да? Мы наверняка не знаем. Жалко, нельзя попробовать на вкус. Так, давайте на кухню сходим. Ага, кто-то разбил... Здесь можно приседать в этой игре? Раскладка клавиатуры. А, ну... Да, игра, я смотрю, не особо изобилует возможностью взаимодействия с окружением. Что это за звук? Чё? Типа, почему оно сразу не открывается? Кто же разбил вино? А, вот это субтитры. Ладно, фу ты... Шрифт. Подумала, что ты опять... А про это заключила игра или так и должно быть? Ты опять не будешь спать всю ночь и приготовила тебе вкусненько. Знаешь, я готова поспорить, что даже Рембрандт время от времени переставал быть совершенством и похрапывал. Как... Чё, как и мы. Простой люд, знаю, тебе отвисла... Отвисла челюсть. В общем, поспи, глупыш. Господи, я тебя люблю. Либо его жена плохо пишет. Ну, да, это просто глюк, короче, субтитров, я так понимаю. Ой-ой-ой, дверь закрылась. Зачем? Зачем вы закрываете? Да хватит закрывать дверь. Прекратите. Пожалуйста. Так, что это такое? А, это весы. Можно ли взять огуречек? Нельзя. Ну, что-то еды много так валяется тут. Краска золотисто-розовая, жжёный умбра, охр, кисель 25 штук, освежитель воздуха 50 упаковок. Хм. Видимо, здесь очень сильно воняет. Зачем им столько освежителей воздуха? Яблоки 10 килограмм, выпивка 30 штук. Да. Когда столько выпьешь? Паприка, сахар. Ну, это такое, да, я так понимаю, знакомство с игрой. Пока непонятно, что происходит. Пока непонятно. Ну, это была кухня и склад. Окей. Нам, видимо, не сюда. Я, блядь, каждый раз боюсь куда-то повернуться или заглянуть. О, вот и как бы дядя пакет, чуваки. Как карлик какой-то. Да, боюсь куда-нибудь повернуться и чтобы вылез какой-нибудь скример нехороший. Ненавижу, сука, скримеры. А вот и он, как бы, да. Недолго его искать. Вон карлик тот, волосатый. Странные, конечно, картины. Такие еще поискать надо. Говорят, кстати, завершение сюжета в DLC. Великий смайл, да.
Так, ноты. Ага. Ноты. О, бутылочка. Ёб твою мать. Не, знаете, я что, пожалуй, я немножко все-таки сделаю звук потише. А то что-то как-то, как я и предполагал, игра была это самое тихая, а когда надо, она делает громко. Ебать. Там кровь. Работал всю ночь, не будить. Зачем вот люди делают такие игры? Мне не понять. О! Ну, это трость. Как раз-таки там про протез было, да? Прости, не мог заснуть, нога снова расшалилась, думал немного поработать. Я тебя люблю. Непонятно, это от нас записки или от кого? Можно по новой врубить или другую какую-то песню? Пожар во время торжественного открытия галактики. Кошмарные последствия пожара в универмаге. Десятки людей борются за жизнь. Долгожданное открытие универмаг галактики превратилось в адское пекло, когда в здании загорелась проводка. Последовавшая за этим паника заставила многих посетителей собраться у пожарных выходов, которые в итоге превратились в настоящие тупики к концу дня. Катастрофическое несоблюдение мер безопасности унесло жизни 37 человек, 243 ранено. В данный момент полиция ищет ответственность за это несчастье. Владелец галактики Рональд Шеффилд отказался комментировать произошедшее. Интересно. Может быть, он там потерял ногу как раз. Ну или не он, а его жена. Плохо, когда хоррор настолько детализированный, кстати, еще. Страшнее становится. Так, а можно ту дверь открыть, где кровище? Возможно, я об этом пожалею. Не, она закрыта. Ладно, окей. Привет, Пайтач. Ну... Шкафы, смотри. В смысле? Типа, тут что-то вылезет? Это ты меня байтишь на скримеры? Или чё? Новое лицо музыки. Ночь в опере становится незабываемой. Еще не стал именно нарицателем, но это лишь вопрос времени. Вероятно, талантливая мультиинструменталистка прошлой ночью потрясла всех своим изумительным выступлением. Покорив даже самых заядлых скептиков, она была просто невероятной. Я не видел подобной страсти, энергии, одаренности многие годы. Отпетил известный пианист Дэниел Рихтер. И это не только его мнение, кажется, даже Энтони Гейлс, один из заядлых критиков, не смог промолчать. Ранее Гейлс уже позволил себе пренебрежительные комментарии об артистке, заявив, что музыка — это нечто большее, чем энтузиазм и смазливый личик. Когда мы спросили его после выступления, жалеет ли он в своих словах, во взгляде мистера Гейлса читалась смесь восторга и ощущения. Смущения? Ощущений. Когда его призвали к ответу, он сказал просто «да». Мы прорвались к звезде. В этой игре есть скримеры. По-моему, она и состоит из одних скримеров, если честно. Мне не нравится, когда мне говорят «осмотри ящики» и пишут капу в этой игре. Возможно, мне стоит не смотреть шкафы. Блять, какие неприятные звуки. Сука. Может быть, поменять наушники на обычные затычки, там не настолько эффект присутствия. Ебал я в рот этот скример эти все. Там тот стучит в детской. Открываешь шкаф, а там армяне нарды играют, например. Нет, там бутылки опрокинулись неприятно. А вот и детская, кстати. О! Оловянный солдатик. Так.
Блин, криповые игрушки, пиздец. А вот и собака, видимо, да? Или это комната собаки на самом деле, а не детская? Так, ну, видимо, нам в офис. Это еще пока всяких глюков не началось, да? Потом же глюки всякие начинаются. Абсер... Бля, пиздец, вот это, конечно, картина. Она в реальности существует? Или что это? Мне кажется, там, да, карлик играет в нарды. Вот этот. Как дядя Пакет. Дядя Пакет же в реальности существует? Так, красная шапочка и волк. Типа, волк съел красную шапочку. История закончилась тем, то, что он ее... Или он съел... Он съел бабушку. Короче, хер знает. Типа, история чем-то закончилась. Так, мы взяли ключ. Прости, я все за тебя улажу. Сегодня будем только ты и я. Давай сделаем этот день особенным. Ты обещал. Пойдешь отсюда, страшно. Пока, Билли Рубин. До свидания. Мой дорогой друг, позволь задать тебе всего один вопрос. Ты окончательно тронулся умом. Я знаю, у тебя сейчас нелегкие времена. Собственно, именно поэтому я попросил тебя нарисовать эти иллюстрации по старой памяти, так сказать. Само задание было таким простым. Я-то считал, что уж красную шапочку ты сможешь нарисовать даже во сне. Я и подумать не мог, что детская сказка в твоем исполнении превратится в безумный кошмар. Я не собираюсь это публиковать и не жалею, что мы заранее договорились об оплате. Возьми себя, наконец, в руки. И старое приятие Лайм Брикстон. Издательство «Шепот сказки». Да? Ну, типа, мы взяли ключ от чего-то, а для чего, интересно, именно? Для чего именно, интересно? Да, абсёрдер в этом плане, как хоррор, был намного лучше, как по мне. Тут что-то как-то совсем... Ну, вот эта сверхъестественная тема превалирует. Неужели нам сюда? От какой, двери мы взяли ключ? Интересно. Внизу, что ли, куда-то нам? Ну тут ничего нет. Так. А, вот от этой двери, типа. Куда мы раньше не могли пройти. Так, подвал, не. Что-то в подвал вообще не хочу идти. Да, вот картина как раз. Я так понимаю, то ли мы художник, то ли тот чувак, который здесь живет. Так, кисти, краски. Так, ну давайте посмотрим. Так, бухло. Бухло. Ясно. Скрыто, не без причины дали ачивку. Lost you deserve. Finish it. Потерянным ты это заслужил. Закончи ее. Привет, Potato Girl. Так, что? Что это? Это куча кистей поломанных. Нам нужно закончить картину. Но у нас нет красок. Или можно отсюда взять. Так. Блин, ну я не знаю, чувак, какие-то баганые субтитры, почему-то вместо пробелов какие-то знаки непонятные. Мне осточертело общаться через записки, мы живем в одном доме. В конце концов, как закончишь, приди поговори со мной. До того, как ляжешь спать. Так. Тут же приседать нельзя, как последний открыть. Ну, такое. Или мне нужно уйти сейчас отсюда?
Ну, типа, я не могу сейчас ничего нарисовать. Ага, закрыто. Тут я могу только исследовать. Get it, в этот раз сделай все как надо. Типа мы это делаем не первый раз. Ага. Началось. Ой, началось. Ясно, короче, все. Так. My body is not ready. Что игра лагает почему-то. Снял наушники. Бля, я бы тоже снял. Just out of reach. Вне досягаемости. Ёбаный в рот. Пиздец. Кто-то закрыл окно. Все равно страшно. Все равно страшно от эффектов. Чё, ходишь по кругу? Ну да. Так. Портрет. Я надеюсь, мне не надо будет их сопоставлять. Какой-то мужик в очках. Трубка. Почему-то иногда с первого раза не открывается. Кстати, эта игра есть в VR? Уж там по управлению она очень похожа на игру. Так. Найс. По управлению она очень похожа на то, что она есть в VR. 5-4-8. Привет, Айра. Наоборот, на максимум же. Не, я предлагаю вам самим выкрутить на максимум и поиграть, чуваки, в наушниках. Ночью особенно. Так. 5 4 8. Что это? The pass hold back, look closer. Ну, это что-то про прошлое, приглядись. Она только мысль, что на самом деле прекрасном произведении искусства нет моей фамилии, убивает меня. Так ты выйдешь за меня? Ты только понять не можешь, что за такое за 23... А, это на Твиче, типа, встроенная херня, можно купить игру. Да, это продает игру. Никогда не забывай. Просто, чуваки, понимаете, в чем проблема? Я говорю, это типичный хоррор, где, ну, типа, игра кажется тихой специально, а потом она становится внезапно громкой. Ну, специально. Это классический прием в хоррорах. И я не хочу, чтобы мне по ушам долбили. Это неприятно. Да, с определенных пор на Твиче же продают игры. В том числе, вот, например, Layers of Fear. Ну, нам, естественно, эти цены не подходят. Так. Чё? Пиздос. Я смотрел на маленькую фигурку ребенка. И я провалился. Блять, я в подвале, сука, темно. Бля, просто Монка я сплошной, сука. Пиздец. Так, мы вернулись. А. Угу. Как мы провалились, я вообще не понял. Там типа ловушка. Да, видимо, надо было скрипт. Ага. А вот и глючные картины подъехали. Криповые. Ну, просто наслаиваешь одну на другую и... Ёб твою мать.
Живопись — глубочайшая ложь. Повернись слегка налево. Да, вот так. А теперь замри мгновение, я хочу правильно передать прекрасные формы твоего тела. Как же он мастерски доджит скримера? Да, по-моему, нихера не доджу, как бы. Они есть. Так. Блин, когда светло, это хорошо. Так. Крысы бегут в огонь. Интересно, кто это с нами разговаривает? Ёб твою мать. Пол лица нет у человека. Ага. Ага. Бле. Сука. Да, обсервер, конечно, далеко реально шагнул. Я просто не играл до этого, а Layers of Fear сразу играл в обсервер. Только на стриме видел. И они все-таки нормально там поработали в плане хоррор-скримера. Ты обосрался. Я понимаю вас, ребята. Я тоже почти, но я держу себя в руках. Надеюсь, я смогу высидеть. Привет, Саладин. Надеюсь, штанишки сегодня будут чисты. Блед. Нет. Блед. Закрыто. Кто-то плачет. Нам пиздарики. Надеюсь, это не маленькая девочка какая-нибудь. Очень тихо. Не просто так. First step is a... Первый шаг всегда самый сложный. Так, кухня. Кухня. А что на кухне произойдет? Так, чесночок. Тот, кто придумал систему сохранения кинокам, конченый аутист. Это со шнапсом-то? Ну там можно мод скачать уже. Васяны сделали мод. Так. Так, так, так. Ага. Что-то нужно... Блед. No, I don't wanna die. Да, качаешь мод, короче. Уже есть на Нексусе, по-моему. Блядь. Пиздец. Пиздец. Да. Сначала искал холст, необычный холст. И надо было найти нож, не тот, которым режет хлеб. Нужен был острый, как бритва. Так что я в конце концов взял бритву, а потом осторожно срезал кожу. Выпивка помогла унять дрожь в руке. Ну, я так понимаю, главный герой... Ну, если главный герой или кто, я не знаю. Блядь, чё так темно-то? Кого-то убил. Ну, то есть сумасшедший художник какой-то. Да. А как делать? Нужно искать? Ну, в смысле? Загугли... Manual Saves, по-моему, или как-то так. Так. Ну, мы намалевали какое-то говно непонятное.
Shapeless Dreams. Что это? Непонятные сны. Блять, после этой игры такие пиздатые сны будут, я чувствую. Прям. Я прям чувствую. Так. Нам куда? Налево не поворачиваются, чуваки. А, закрыть надо, типа. Все, все понял. Помню, раньше такое мороженое было как раз-таки в 2000-х, фламинго. Просто розовым шоколадом было покрыто. Так, там что-то было. Ну, обычное эскимо просто розовым шоколадом покрыто, и все. Че там? Там что-то было написано, я не увидел. Там что-то какая-то была надпись, короче. Как будто играешь в игру того времени. Не, в 2000-х, слава богу, хорроров, по-моему, вообще не было. Ну, они были, но они по-другому работали. Там всякие резиденты. И все тому подобное, знаете ли. Там тебя пугали совершенно по-другому. Не громкими звуками и бу-моментами. А чем-то другим. А, вы про Kingdom Come. Все, я понял. Так. Ключевский. Блять. Я испугался тени. Да, Kingdom Come просто багованная, недоделанная игра, за которую почему-то просят денег. Типа я такой даже купил. Но... Так, мы можем пойти наверх. Блять, это шкаф. Нет. Ну, видимо, нам наверх. Из тех 2 часов, которые я поиграл, и когда я тестил, пытался настроить, я понял, что там просто ужасная боевка. Ебать, там горит что-то. Не так уж и много просит. Ну как? На консолях там сколько стоит на консолях игра стоит? 50 баксов она стоит, если что. Блять, какая-то кукла, не. Спасибо. Не хочу. Да, боевка там ужасная. А еще говорят, они будут переделывать взлом вроде как. Потому что, типа, все поняли, что их взлом говно ебаное. Так, опять крысы. Опять крысы. Ага, мышеловка. Так. Ну нам... Сюда? Да. Я так понимаю, мы просто восстанавливаем память, что ли, я хз. Мы находим какие-то детали в флешбеке. Того, чего делал главный герой. Рисуем картину. Типа, мы делаем, судя по всему, это не первый раз. Ебать. Интересно, есть спидран по Layers of Fear? Ну, типа, из чего он состоит? Офигел от того, что в игре про средневековые чехи, которые, кстати, делали чехи, нет чешской озвучки. Я вот сейчас больше всего вот от этого офигел, если честно. Отвлекся на чат такой, типа. Да, наверное, они посмотрели на целевую аудиторию и, ну, типа, решили, что нет смысла. Я не знаю вообще, много ли игр имеют чешскую локализацию. Мне кажется, локальный рынок не настолько большой, чтобы локализовать ее. Игра в русском сегменте довольно популярна, и там нет русской локализации, как бы, так что... Ну вот, тем более пишет, что игра делалась на немецком. Что, чего удивительного. Так, это зеркало? Блять. Что-то... Что написано? Это необратимо. Ебать, как-то все нехорошо в зеркале.
Ну да, видимо. Мы что-то, короче, какие-то порталы постоянно заходим в двери. О, собака. Та самая. Видимо, он и собаку замочил. Не только кого-то там. О. Ну, в некоторых странах предпочитают собачек, да. Для них это нормально. Для своих делают. Тут же Ведьмак с Польс. Не, ну, польский геймдев, насколько я знаю, довольно, ну, так нормально. Ты этого хотел? Да чего я хотел? Я ничего не хотел. Я не понимаю, что происходит в этой игре. Блять. Опять что-то нашумело. Да, польский геймдев довольно, ну, такой, крупный, я слышал. Метро с украинской? В метро здесь украинская озвучка? Блять. Так, найс. Блять. О, господи. Инфаркт можно получить с такими играми. Поворачиваешься, а тут, блядь, такая херня происходит. Пиздец. Минус сердце. Блядь, да. Блядь. Да хватит. Да прекратите. Зачем они это делают? Типа, мне сюда надо было? Блядь, еще и дом весь разваливается. Ну, найс. Пиздец. Какой кошмар. Да, хоррор про Милфу был вообще не страшный по сравнению с этой игрой. Ну, из последних хорроров, которые я играл, как он? Tormented. Что-то там. Так, открылась дверь. Еще какие-то эффекты юзают специально, будто. Изображение пидорасит. Хоррор про Милфу, да. Он самый. Так. Ага. Обе фотки перечеркнуты. Обрывки любви. Блять. Нет, не кушай меня, я невкусный. Типа оно ушло? Ты ушло? Пожалуйста, уйди. Пожалуйста, уйди. А, 6 апреля. Утром нашла его склад пустых бутылок. Мне нехорошо. Я знаю, что ему нелегко, но, черт возьми, он должен все прекрасно понимать. Когда дома маленький ребенок, это просто верх безответственности. Ну, я так понимаю, главный герой вообще конченый ублюдок какой-то. Блять, оно оставило след за собой. Что или кто это было? Оно ушло в картину, да? Кажется, никто из вас не понял. Ебать! Это вас заперли со мной! Сука, еще алерты. Спасибо, Эра, за третий месяц подряд. Спасибо большое за поддержку, за саб. Еще и алерты идут, пугают. Стример обосрался. Не, это Вилав Геймс выкладывает такие видео себе на YouTube, где пишет, что стример обосрался. Но крипово, да. Да. Не стану отрицать. Я, скажем так, на измене нахожусь. Когда боишься любой срани.
Неприятно скорее, да, играть в эту игру. Не то, что прям страшно. Просто неприятно. У меня в комнате темно. Нет, мне неудобно было бы играть. Воры протезов, ненасытные твари. Я не позволю себе новый. Почему именно ногу? Бедная нога. Так, а мы не видим своего отражения, кстати. Похоже, мы вампир. Чем ты смотришь видео в ЛГ? Это старый мем, серфер. Это было еще, когда как раз-таки его канал, считай, нашли и начали форсить. Естественно, я не смотрю. Играл в Outlast ночью, один дома, недолго, правда, играл до первого бу-момента. Ну, Outlast, он такой, типа, там бегаешь от бабаек. А тут... Так, оно завелось. Игра слишком давит, да, да. Блять. Потекло. Сейчас какая-нибудь странь произойдет. Нас либо телепортнут, либо чё. Что-то прогрузка какая-то была. Ой, господи. Зачем ты подкрутил? Это был розыгрыш. Передача. Мне понадобилась банка и пластиковая трубка. Я откачал воздух. Я знал, как это сделать. Это кровь? Вставил трубку в вены и стал высасывать воздух до тех пор, пока в рот не потекла кровь. Потом я поместил трубку в банку, и кровь полилась с нее. Всю ночь я чувствовал во рту привкус меди. Почему я не подумал о шприце? Бля, что он сделал? Я не понимаю. Это кровь, типа, да? Ну, видимо, для рисовки картины нам кровь нужна. Ой, блядь. А чё игра от меня хочет? Сейчас-то куда идти? Чё-то как-то... Музыки хочет, да? А. Так, чё? А как определить, какая волна ей нужна? Сложно. Чё-то я не понял. Управление неудобное, пиздец. Понимаю, чуваки. Головоломки, да. Чего, блять? Чего мне от меня игра хочет? С этим управлением хер разберешься. Какой-то еще рычажок есть. На что он влияет? Как будто я когда-то пользовался такой штукой. Я должен понимать, как она работает. Чё вообще?
Ну, типа, мы вернули все вспять, да, я так понимаю. Заебись. Что я могу сказать? Откуда я знал, что там еще сзади рычажок есть, чуваки? Так, мы пришли к картине. А вот и фотка протеза. Там что-то написано. Сначала искала хост, необычный хост, надо было найти нож. Не тот, которым режут хлеб. Но это да, это мы уже находили. Так, чё? Ненавижу даже сейчас потерянным одиноким. Ты это заслужил, могила для тебя, закончи ее. Окей. Ну, пока ничего не понятно, да? Какая-то мазня из говна, реально. Похоже на пещеру какую-то. О, музон даже подвезли. Удивительно. Зачем? Элвин Бурдуки. Недавно, кстати, анонсировали Супер Семейку 2, вроде как я слышал. Я помню, первую часть смотрел в кино. Блять. Да, я помню, первую часть смотрел в кино даже. Типа, говорят, 14 лет назад была предыдущая часть. Блять, темнота. Темнота. Творческий кризис. Так. Чё, как игруля? Страшная. Ну как страшная? Криповая такая, давящая. Неприятная. Будучи школотой, ты хотел вторую часть? Я уже плохо помню. Чё там было? В первой-то части. А помнишь, там была... Блять, там кто-то стоит, чуваки? Или мне кажется? Там как будто тень. И повешенный ребенок. Блед. Мне пиздец, мне кажется. Да, там же была семейка, которая... Ну, типа, обладала суперспособностями и все такое. Так, а зачем мне ключ нужен был? Пиздец. Ну про что? Про суперсемейку. По-моему, так и называется мультик. Которые там в костюмы одевались. Текая с городу. Блять. Так, в какую дверь мне идти, интересно? Тут есть какие-то монстры, подозреваю, что есть. Ну, типа, мы же видим какую-то срань периодически. Или вы имеете в виду классического бабайку? Без понятия, чуваки. Не знаю. Я игру первый раз играю. Да, куда бы ты ни пошел, здесь ожидает ебака. Ну, это такой линейный хоррор. Поэтому я не знаю, тут типа от чего... Зависит концовка. И почему говорят про то, что можно открыть несколько. Какой неприятный звук. Какой неприятный звук. Можно прекратить, пожалуйста, это. Стоп! Ты сейчас спойлеришь, да? Давайте без спойлеров, чуваки. Пиздец, какой мерзкий звук, блять.
Так, телефон типа упал вниз. Так, ну, когда продгузка есть, то значит что-то будет. Restless memories. Тревожные воспоминания. Ой, блядь! Какие же тревожные воспоминания, там просто охуеть. Вот вам и бабайка. Что это было, чуваки? Если на скриншоте можно увидеть, если успеть заскринить. Болезненные воспоминания. Блять. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Что от нас хотят? Не работает. А, нет, работает. Все в порядке. Все в порядке. Хлопающий ужас тихо постоянно хлопает. Крыльями едят других крыс. Типа летучие крысы. Билет. Ну, зашибись. Блять, а можно туда не идти? Она меня съест, я просто боюсь. Бежим! Да. А, это гейм овер, типа, или чё? А, или так и должно было быть. Дизайнеры в игре отработали свой хлеб на 10. Ну, тут однообразненько все, в принципе. А так, ну, да, сделать. А, надежда. Надежда убивает разум. Интересная метафора. Так, опять лифт. Коридор, да, такой коридорный, по сути, линейная игра. Так что... Ну, не так сложно, я думаю, нарисовать какие-то там хорроры криповые такие. Тут и не хорроры, а моменты скримовые. Чтоб игрока пугать. Ну и саунд-дизайнер поработал. В любом случае, как ваш адвокат, я должен предостеречь вас от необдуманных поступков. Другими словами, не делайте глупости, у нас еще есть возможность выиграть это дело. Хотите верьте, хотите нет. Но я вытаскивал клиентов еще не с такого дерьма. Просто не усугубляйте ситуацию. Вам нужно залечь на дно, пока я буду обжаловать решение суда. Этот социальный работник определенно точит на вас зуб. Можно его использовать в своих интересах, выставив вас жертвой системы. Скорбящий муж, секундное помутнение рассудка, переусердствующие бюрократы. Поверьте, это лучший вариант. Учитывая все, что вы за последнее время прошли, у нас есть шансы 50 на 50. Только в том случае, если вы не станете убеждать окружающих, что сошли с ума. Никаких больше выходов, никаких оправданий, а лучше вообще не показывайтесь на людях. Вы еще можете побороться за свою до... Ну, типа, дочери, видимо. Имелось в виду. Опять в подвал ебаный. Походу. И нет, да, саундтрека. Блин, вот это открытие дверей постоянное. Зои чем? О, зеркало работает. Так, мы что-то слили. Так. Они тихо плывут за заряд, канализацию, шерсть в воде, не буду принимать ванну. Очень странные рисунки. Ну, ладно, видимо, так и должно быть. Or not. Мне что-то надо здесь взять?
Так, а куда мне? Ага, то есть здесь можно было пройти все-таки просто. А то обычно в таких играх, если препятствие есть, то главный герой не захочет его перелазить. Закрыто. Блять, сраные темные коридоры. Так, ага, в какую дверь? Давайте в левую. Ага, ясно. Стекло. Так, ну, видимо, сюда. Чё? Я будто нажрался. Причём очень сильно нажрался. Я очень сильно пьян. Блять, опять подвал. Игра сильно как-то по глазам бьет. Я не знаю, еще записки неудобно читать с этим шрифтом. Я изначально подумал, что шрифт хороший, но, видимо, русская локализация, не знаю, это баг или что. Блин. А, пробел нормально не проставляются. Русская локализация почему-то. Да. Мне кажется, не стоило спускаться в подвал. Ну ладно. А что от меня хотят? Типа мне надо куда-то пройти сейчас, где мебель поднялась. Или чё? Что? 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 Будешь подниматься, обернись, специально не обернусь. Вот, специально, чуваки. Вы серьезно думаете, вы так напишите, и я обернусь? Ну и к тому же мне придется это сделать, видимо. Бля, ничего не видно. В этом графине? Пиздец. Темно как... Хер знает где. Мне нужно было делить плоть от кости. Поначалу растерялся, не представляя, как это сделать, но потом отпилил ее ручной пилой. Сварил и положил кость в ступку. Мне пришлось ее достать, потому что раньше я такого, безусловно, не делал. Наконец я смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. Он реально какой-то маньяк, что-то кость, какие-то кусок кожи, кровь. Так, где мы вообще? Здорово, Стеббинс. Доброй ночи. Ты идешь ночью в толчок. Блядь, зачем ты напомнил? Я сейчас буду, когда ночью выходить в толчок, буду постоянно теперь бояться и думать о том, что происходит в этой игре. И что в реальной жизни такое возможно. Я об этом не думал давно уже. Типа, насколько страшно, когда темно. О, картина. Мы видим себя в зеркале, да? Пузырек. Ну, видимо, надо запомнить будет все вот эти четыре, да? Еще блока. Я так понимаю. Ну. Ну, мы видим глаз. Да, по-моему. Какие-то очертания он начинает принимать, но, по-моему, сейчас похоже это на рыбу в середине. Окей. Что, если ничего не выйдет?
А что? Чё? Не обращай на неё внимания. Окей. Всё? Бля, тяжело, чуваки, не обращать на... Кажется, никто из вас не понял. И меня с вами заперли. Пиздец. Это вас заперли со мной! Страшно, вырубай. Спасибо, Степин, за 5-й месяц подряд. Сука. Страшно, блять, вырубай, алерты сраные. Так, опять эта дверь, да? И детские рисунки. Открывайся. Чё? Чё? Там чё-то написано было. Делириус. Безумец. Эгоист. Пьяница. Тук-тук. Тук-тук. Закрыто. Ну, это прям про меня. Пьяница, эгоист и все такое. Ой-ой-ой. Девочка-убийца с факелом. Так. Ага, а вот и дверь. Спасительная. Спасите. Ага. Михаил. Я на вас не смотрю. Не смотрю, не смотрю. Какого года игра? Что новая, что древняя? Да нет. Старая игра. 2015 или 2014 примерно. Игра не новая. Игра старенькая уже, в принципе. От этих разрабов есть поновее и намного лучше игра, чуваки. Которая... Ну как, она не настолько крутая, типа, все равно. Но лучше. Игра. Ага. Обсервер называется. Там нет такого упора на скримеры, как здесь. Так. Боже милостливый, ты что, скупила пол универмага? Какие-то смешные ботиночки. Дорогая, ты еще не знаешь, что родится, мальчик или девочка. Смешные, конечно, туфли. Так. Нам надо выходить отсюда просто. Ага, да. Ага, рисунок сердца стучит. Ебать. Неприятно, неприятно. Блин, опять там кто-то ноет. Так, хорошо. Туда мы не пойдем. Видимо, ребенок у них любил рисовать. Окажется, что ребенок всех убил просто. Или... Или батя его всех убил. А, говорит... Болтает за глаза. Да, говорят за глаза. Книги. Я думал, это бутылки. То есть мы еще и книги любили читать, я так понимаю. Блин, все изгадило. Ой-ой-ой, куклы. Ужас, ужас. Stop it. Че, так и будем? Так, подгрузка была, значит, сейчас что-то будет. Привет. И взяла, исчезла сразу. Ай-яй-яй. О! Привет, ребята. Здесь есть куклы. Ну, хватит. Ну, чё вы это сам? Никак успокоиться не можете. Мне кажется, у меня от этой игры начинает голова болеть. Не знаю, вот этих постоянных глюков от сюрреализма. Так, какой-то подарочек, который мы почему-то не можем взять.
Блять, опять сраные куклы, ну ёб твою мать. О, здрасте, вы кто? Викто? Представьтесь, пожалуйста. Кто Ви такой? Блять, опять куклы перемещаются. О, колбасит. Та-та-ра-та-ра-та-ра. Да, постепенно к некоторым вещам уже привыкаешь. И они не такие интересные. Так, чё? Нас телепортнуло. О! А вот и школьник бегает. Бэм! Вот так вот. Вот так вот, дурачье. Ладно, я иду прямиком. Не знаю, правильно ли я иду. Бздыщ. Да, минус мозги. Блять, походу я не туда пошел, чуваки. Это бехает, бехает. Но, видимо, мне в обратную сторону. Да. И туда, где свет горит. Наверное. Не знаю. Да ты заебал! И ноет еще как сильно-то. Ну ты даун. Это головоломка какая-то. Необучаемый. Это я необучаемый, видимо. Непонятно, куда идти. Да ты заебал. Че мне бежать в ту сторону, куда школьник бежит? Или че? Я что-то тут запутался. Или вот сюда, в красную, надо было идти. Ретард. О. Блять, он опять что-то нехорошее делает. Сейчас он, видимо... Блять, какой ты страшный. Сейчас он меня, видимо... ударит. Да, неприятные звуки и эффекты. Так, чё? Чё? Чё-то делать надо? На, все. Мы очнулись. После школьника. Так, здесь ничего не надо взять. Ну, а чё подарочек-то никак не взять? Или чё такой домик какой-то? Так, и сюда, может быть? Почему-то в каких-то комнатах есть вот шепот. Но никак нельзя взаимодействовать с ним. Непонятно, на что это влияет. Видимо, может как раз на концовку. Типа, чтобы получить все концовки, надо все найти вот эти шепоты. У вас плохая квартира. Не успеваешь убирать. Да, сдайся, как всегда. Ну, я пока еще не сдавался. Спокойной ночи, Дуван. Игру ли VR есть? Не знаю, без понятия. Может есть. Без понятия, чуваки, серьезно. Может быть. Кстати, слышали новость? Ну, видели, может быть, в Стиме появляется это самое.
Мне Steam сообщил, что в Evil Within 2 появился режим от первого лица. Не знаю, правда, нахера в Evil Within 2 режим от первого лица. Ну это ж полное говно. Видимо, чтобы было. Как говорится. О, ключ. О, вот этот момент, по-моему, единственный, который я помню из тех стримов, которые я смотрел по этой игре. Сейчас лютая дичь начнет твориться. Это вот единственное, что я запомнил примерно. Итак, по поводу Evil Within 2 все бомбят. Ну, типа то, что игра не похожа на первую часть, и вообще это полу-open world. А они еще туда режим от первого лица добавляют. Опять кто-то головой долбится. Вот дурак. Тук-тук. Сова, открывай. Это медведь. А для этого была не дичь? Ну, игры кардинально отличаются. Первая и вторая часть. Если мы про Evil Within. Так, типа с мамкой, короче, что-то плохо стало. Потом батя что-то сделал с мамкой, я так понимаю. Или с дочкой. Тише, детка, ночь холодна. А звезды гаснут над тобой, скоро здесь все станет тьмою. Не. Мама желала хорошего сна. Блять, оно все ближе. Нам конец. Но теперь и она ушла. О, нет, все в порядке. Все нормально. It's fine. Нет, нас здесь закрыли. Так. Е-е-е, тип за нами смотрит. Так. А, вот что нам нужно было. Это была особая кисть. Похоже на конский волос, но другая. В тот момент я засомневался, сработает ли. К черту, полдела сделано, да и вряд ли я смогу просто взять и вернуть былое, обо всем забыв. Ну, теперь у нас есть еще одна часть для картин, я так понимаю. Ой, блять. Кошмар. Можешь вкратце рассказать сюжет, это наркомания, похоже, не с начала стрима посмотришь. Но, в принципе, тут нет сюжета. Мы просто идем вперед и находим вещи для рисовки картины. Все, что мы знаем, это то, что батя бухал, был эгоистом, и тут жила маленькая девочка и жена с протезами, я так понимаю. Это все то, что мы знаем. Тут типа не объясняется сюжет толком, как бы. Вот, мы типа находим части тела разные. Вот они, в принципе, стоят. Кожа, кровь, кость. И пытаемся закончить картину. Непонятно, кого мы рисуем, причем. Все сложно, короче. Так, ага. Вот и проявился силуэт. Ну, типа осталось две штуки еще, чтобы дорисовать картину. Еще две части. Это не кожа, а часть протеза. Не, это кожа, он же там говорил, что это кожа. Он же говорил такой, типа, я взял нож, и мне нужно сделать надрез. Что-то типа того, короче. А вот и дверь. Ноп. Ноп. Ой-ой-ой, все в книгах.
Пиздек. Чё, going? Идём по кругу. Включите свет обратно, пожалуйста. Лис. Легко забыть. Безумец. Алкаш. Блин, опять нам картину эту поставили. Время, 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 время. Не сейчас. Еще нет. Ну, что-то перематывают, перематывают. Хм. Хм. Мы туда, куда нужно, пришли. Так, тут мы были, я помню, кстати. В этом месте. Вроде как. Так, тут не пройти, тупик. Блять, опять это она. Вот это непонятно, кто это, жена его? Нам было сказано игнорировать ее. Мне кажется, она нас съест, если мы туда пойдем сейчас. Она исчезнет, если игнорировать ее. Бля, она, походу, не хочет исчезать. Что делать? Или надо скрипт запустить? Уходим отсюда. Обратно. Да, лучше туда не идти. Это же ведьма. Не, ведьма поменьше была, если бы про ведьму из Left 4 Dead. Ведьма, она такая маленькая, она сидела обычно. Она редко шастала, по-моему. Так, какой-то ключ нашли. Так. Блин, крысы лазят. Ой, она смотрела на меня. Она смотрит на нас такая, типа. Ну да. Дом, я смотрю, не в самом лучшем состоянии. Такое не сдашь, наверное, никому. Она куда-то нас ведет. Хм, интересная крыса. Рататуй. Да, здесь мы тоже ходили. Чё она от нас хочет? Это какая-то умная крыса, это Сплинтер. Это Сплинтер, я узнал его. Теперь их две. Да шо творить-то? Cat, dog, rat. Чего? Типа мне надо цифру узнать. 4. Собака. 4, 5 и крыса. 4, 5, 8. Да? А где это мне код пригодится? Чтобы выйти отсюда? Я надеюсь, я правильно разгадал. 4, 5, 8. Нет? Неправильно. Хм. Неправильно линию, что ли, посмотрел? 4. Или типа надо понять именно какая линия идет от собаки. То крысу, наверное, надо. Ну, логично. Ну, давайте попробуем только крысу. 6, 8, 7, да? Да,
Только крысу надо. Твича по новой ублюдское обновление. Я не пользуюсь вот приложением. Я говорю, надо было его поставить, только чтобы посмотреть, сколько у меня бесплатных игр с Twitch Prime. Чё, вы активно пользуетесь твичапом? Удобно, что ли, оно такое прям? Блять, опять ребенок сраный плачет. Ну ёб твою мать. Я просто не вижу ни одной причины, зачем ставить вообще твичап. Ну в чем удобство? 19 июля, судя по воцарившейся в доме тишины, он в конце концов уснул, явно в компании пустых бутылок и кусков холста. Его неизменных спутников. Каждый раз, когда это происходит, я молюсь, чтобы этот раз стал последним. Молюсь неистово, страстно. Отче наш, пусть он пробьет себе голову и оттуда выльется вся гниль. Пусть порежет стеклом запястье и польется красная желчь. Пусть захлебнется собственной блевотиной. Может, тогда мы все обретем покой. Если ты это не сделаешь, однажды я наберусь смелости, запущусь вниз и сама положу всему конец. Ты знаешь, что останавливает меня вовсе не трусость. Аминь. Ну, видимо, жена его не особо любила, я так понимаю, местного художника. И желала ему скорейшей смерти. Жена была явно недовольна своим мужем. Чем не читать полэкрана? Я не знаю, я говорю, зачем твичап нужен вообще, если есть браузер просто? Ну, типа, в чем фишка? Или это для тех, у кого браузер как раз не тянет? Я знаю, там есть чаты для подписчиков, типа, ну, разного тира. Ну, для тех, у кого подписки за 10 баксов, за 25. Это вот единственная польза, наверное, от твичапа. Хотя, может, и в Дискорде такое же можно сделать. Для разных тиров подписчиков. Отдельные чаты. Дрянная собачонка никак не заткнется. Эй, я тоже так могу, видишь? А ты умеешь рисовать? Нет. Ну да ладно. Я, видно, тоже не умею. На iOS не посмотришь из браузера. А, ты про мобильное? Я думал, ты про десктопное твичап. Так. Какой-то школьник на нас смотрит. И теперь глаз. И теперь еще раз глаз. И еще раз глаз. Который теперь откроется или что? Лютая психоделика сейчас происходит. Опять нас куда-то телепортирует. Да, опять нас куда-то телепортнули. Ой. Сорян. Так, или нас не телепортнули, мы просто очнулись, типа. Да, мы просто очнулись где-то. Ну, тот же самый намордник лежит, да? О, опять крыса. Темнота. Блять. Сука. Вроде так спокойно стало только, и сразу начинается. А вот и коляска, кстати. Как из седьмого резика. Ебать. О, это та самая картина, которую мы рисуем, да? Полыхает от Kingdom Come тысячу это. Так я не знаю, нахер ты его не бэкапнул, типа, ну, не вернул. Так, какой-то рычаг мы нашли, для чего-то нам пригодится, видимо. Здравствуй, принцесса. А что? А? Это папочкино лекарство? Когда папе больно, оно ему помогает. А, нет, не трогай. Боже, как я. Подожди. Подожди меня, прости.
Привет, няшки-теребяшки. Рычаг для запорожца. Блин, нет. Только не запор. Только не запорожец. Интересно, для чего Риле рычаг нужен? Ну, видимо, потом пригодится. Наверное. Крыска умерла, которая нас вела. Не смотри назад. Не смотрю, я знаю эти приколы, чуваки. Я знаю эти приколы. Инстинкт самосохранения. Нам дали ачивку. Видимо, из-за того, что мы не смотрели назад. Как раз таки. Кто-то плачет. Кто-то плачет. A little pain. А малой боли хватает надолго. Чё? Так, видимо, надо сначала вот это делать. А, ну кто-то, видимо, затянут в это говно. Так. А, все, типа? И нахер рычаг вообще нужен был? Что-то я не понял вообще. Блин, опять кто-то там плачет. Опять сейчас какая-нибудь школьница вылезет. А вот и крыски. Наделали ее аутисты. Ну, я не знаю, с такими фризами, как они выпустили вообще. Так, перевернутая картина с карликом. Я думал, здесь может что-то взять можно, но вроде ничего нельзя взять. О, лифт. Так. Куда нам? Сюда? Я надеюсь, я правильно еду. Куда нам нужно? Лучше бы в API задержку убрали. На мобильных устройствах? Лучше бы они сделали возможность отображения задержки, чтобы ты понимал, что у тебя большая задержка, например. Вот это было бы удобно. Да и в десктопе тоже только с помощью расширения можно узнать, сколько у тебя дилей до трансляции. Ну, либо статистику открывать, но это неудобно. Блять, кто-то идет. Мне кажется, нам пиздец. Как выбраться-то? Да что происходит? Скитание мастера. Почему нам дали ачивку? За что это вообще? Впервые предстать перед смертью. Я типа умер? Я что-то не так сделал или что? Я не понял. Или это сюжетная тема? Там было что-то наверху, я понял. Вот там не видно просто было. Типа хер поймешь. Возможно, это были мы наверху. Тумер, тебе нужно будет пройти доки-доки на все концовки. Нет. По-моему, там надо много часов, чтобы выявить все концовки и по гайду все проходить. Только не это. Так. Кайф. Неплохо сейчас было. Надо было наверх посмотреть.
Чё вообще происходит? Доки-доки пройдено. Ну, самое обычное первое прохождение. Наверное, она не пройдена по канонам. Типа, чтобы там получить все концовки нужные и все такое. Хикори-дикори-док. Мышечный будильник скок. Будильник бом-бом. Мышка бегом. Хикори-дикори-док. Допустим. Проходила я бесконечное лето? Не. И что-то не особо хочется, если честно. Эти визуальные... Ну, на стриме, по крайней мере. Эти визуальные новеллы, это просто пиздец. Тяжело очень столько текста воспринимать, скажем так. Ну, как бы и сидите там в своей комнате. Сказали игнорировать просто эту тянку. Как бы игру не видел, если серьезно. Ну, если они хотят, чтобы я ее проходил несколько раз и играл в одно и то же. Такое просто уже я встречал много раз. Это Нир Автомата была. Ну, там в Нир Автомате был геймплей. Ну, там, типа, повторение, по сути. 3-6-3. Хорошо. Там хоть геймплей был за Найнеса. Ну, типа, те же самые уровни проходить. Чё? А для чего 3-6-3-то мне нужно? Привет, Фрактел. Фрактел Фейри, точнее. Тут где-то сейф есть, я не понимаю. Для чего мне нужен код? Бля, чуть за глюк был, пиздец. Некоторые картины не поддаются описанию, уж тем более критике. Если вы желаете их понять, вам просто необходимо знать основные сведения о сюжете. Одна из таких картин — «Детское лицо». Она влечет к себе десятки тысяч бездарных энтузиастов и воскресных поклонников абстракции. На самом же деле она похожа на результат недельного марафона неопытного художника, запертого в темном подвале. Если отбросить никудышное исполнение, картина отличается ужасным. Да, действительно отличается. О, открылось. Блин, а нахера мне 363? Для чего это пароль? Привет, Усом. Типа ответ на телефон? Ну ладно, пойдем. Не знаю, короче, для чего 363. Я не нашел, куда это можно заюзать. А, или нам нужно набрать на циферблате? Все, понял. Чё? 3-6-3. А, все. 3-6-3. Enough? Нет. Я что-то зафакапил, я не понял. 3-6-3. Я что-то не так делаю, да? Три. Или вот так надо. 6-3. Не было никогда. У меня не было такого ебаного управления. Почему нельзя было просто сделать нажатие на кнопку? Как вы думаете, был ли у меня такой телефон или нет? Теперь где-то в другом месте звонит, чуваки.
Причем тут, блядь, был у меня такой телефон или нет? Вы же видите, управление какое ебанское. Так, теперь где-то здесь. Где-то здесь слева. Ту-ту-ту-ту-ту. А, или можно выйти отсюда, может быть, нет. В прошлый раз я нашел какую-то книжку, которая активировала это. Может, ты мне подскажешь, мистер Бэбифейс? Серьезно? Мне, типа, надо было просто наверх посмотреть. Да вы стебетесь. Или чё? Или это чисто так эффект? Пиздец. Понятно. Надо было просто, оказывается, наверх посмотреть. Не искать телефон, а посмотреть наверх. Чтобы затриггерить. Вот это, конечно, гениально, блять. Просто гений, видимо, это придумывал. Так, можно ли тут проиграть? Ты, говорит, обещал. Не, я, видимо, не знаю, да? Номер, который мне нужен. Какой? 853. Восемь, пять, три. Блять, где я оказался? А, я, типа, я и столкнул эту картину. Так. Это ничего не меняет, так никогда не было. Никогда не будет. Бамс. Все рушится. Опять наверх надо посмотреть. Или что? О, привет. Так. А тут-то что делать дальше? Спрыгивать вниз? Игра на этом не закончится, нет? У меня есть подозрение, что да. Нельзя закрыть, что ли, дверь? У меня с DLC нет. Я говорил, что у меня нет DLC. Ну ладно, окей. Наверное, надо было так сделать, я не знаю. Почему-то до этого не надо было спрыгивать. А сейчас надо, да? Текс. О! Опять карлик. Looks like a подвал. With the books. Чё, и мы вернулись сюда? Да ладно. Чё в этот раз у него написано? Непонятно. Будет здесь крыса, кстати, опять? Нет. Да, она опять вернулась.
Может, мне просто уйти отсюда надо? И что в этот раз здесь будет? Дверь, да? Которая ведет. Ну, найс. Опять мы провалились куда-то. Опять телефон. Ты... Я не понимаю. Я типа умер, а это чекпоинт был? Я просто по второму разу это прохожу? Ничего не меняет, так никогда... Не меня было и никогда не будет. Не надо было прыгать, походу. Ну, походу, да. Походу, да, как бы, но... Да что делать тогда? Ну, тут только прыгать. Я не вижу другого развития событий. Ну, серьезно. Я вижу вон телефон 354. Типа мне надо было обязательно туда посмотреть. Как мне туда попасть теперь? О! Здорово! Рофла ебала. Три, пять, четыре, да? Три, пять, четыре. Я набрал телефон? Да, видимо, набрал. Ой-ой-ой! Так, а сейчас какой номер? Найс. Looks nice. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что сейчас делать? Опять ГГ? Я не успел добежать или что? Что произошло? Тут не поймешь, ты умер, и что вообще происходит? Или так и должно быть, блин? Так. Ну, здесь что-то другое, вырванный кусок. Да, и все выглядит по-другому. Ты заслужила все это. All of it. Так. Телефон из парафина. Да? Мы поняли. Чего-то не хватает, нужны финальные штрихи. Пальчик. Палец. Мне нужен был палец. Отрезал. Проще, чем много отпилить. Промыл. Высушил в духовке. Уснул. Чуть не спалил его. Получится ли у меня? Так, ну теперь у нас есть палец. То, что нужно было для картины. Что интересно, финальным штрихом будет. Да, это еще... Две части осталось. Вдохновленный ОКР. Дали ачивку. Привет, Рина. Красивая картина получается, конечно. Ну, неплохо. Еще немножко штрихов и нормально. Почему я такой крутой стример? Возможно, ты ошибаешься, Зектор. Наверное, в этом проблема. И методом проб и ошибок. Ну, последняя деталь, да, осталась для того, чтобы закончить картину. Последняя деталь. А туда ли я иду? Может, мне в ту сторону надо было? Так, кухня. Часть кожи, кровь, палец. Мы, походу, человек собираем. Да мы, походу, просто разделали здесь семью свою. Есть подозрение такое вот.
Блин, сколько ж... Это что такое? Это вообще помидоры? Или это яблоки? Или это персики? Не поймешь. Кстати, персики похожи примерно на киндом-камовские яблоки. Там такой же графен был. О, записка. Жил бы мужчина страсти полной, но вот жена вышла из моды. Лицо чуть лучше топора. Он не заботился сполна, и злобы жизнь ее полна. Чё-то, короче, весь дом плавит. О-о-о-о. Вот и крыса. И какая мерзкая картина. Я не знаю, это арт из игры тоже или... Какой кошмар. Фу. Пиздос. Ужас. Ужас. Какая нехорошая картина. Что? Свет! Нет! Прекратите! Блять, как покинуть помещение? В вагоне сгореть! Пиздец, минус уши просто. Ненавижу ультразвук в играх. Здрасте. У нее есть сиськи. Я засмотрелся, сорян. Мне стало интересно. Минус ушки. Да. Ну, бывает, бывает. Засмотрелся на сиськи и проиграл. О, картина. Тень. Это тень крысы? Как будто, или как будто рисунок, да, в виде тени. Прикольно. Первый раз, кстати, нас поймала вот это вот, я не знаю, кто это, наша женушка или кто это вообще. До этого получалось доджить ее. Не знаю, может где-то скриптовый момент, нельзя дододжить ее в этом случае. В прошлый раз здесь захлопнулось окно, и была надпись, типа, недостижимое место, что ли. В начале игры. Да, и в этот раз то же самое произошло. О, не смотри назад. Это вот как раз вот это место. Там, где скример вставляет сиськи. Ну, у нее довольно обвисшие сиськи были. Так что, возможно, это наша жена. Ну, типа, она не молодая, все такое. Сверху крыса, снизу непонятно что. Опять летаем во сне. Опять летаем во сне. Так. Что-то кряхтит. Don't look back. Не смотри назад. Не смотрим назад. Там что-то кряхтело. Ага. Что это? Это какие-то нечистоты. Я надеюсь, мы никого не освободим. Такое неудобное управление вот с этой штукой. Мы что-то вообще делаем, нет? Ну да, мы что-то поднимаем. Причем с ужасным звуком вообще. Так, это картина, что ли, какая-то? Да, похоже, это картина. Несколько картин даже. Бот злой. Да я настраивал, да, но он в итоге тайм-аутит тех, кого не надо тайм-аутить, чуваки. Надо будет отключить, наверное, эту настройку в моде. Тут и в боте. Этот фрагмент в игре не видел, вариативность, да? А что я такого сделал, что он у меня есть? Странно. Я вроде ничего особенного не делал такого. Чтоб он у меня появился. Так. Бинты. Это она? Она нас слышит? Это ведь...
Можно исправить, правда? Нет. Вы не понимаете. Ее лицо, ее руки, я... Это ее полностью уничтожит. Я не совсем понял. Типа она... Этот самое... In ashes you shall... Чего, подождите. И пожнешь ты из праха. Типа она сгорела или что с ней произошло? Сможешь ли ты вновь рисовать? Или она просто покорёженная такая была? О, как это называется? Ouija board. А для чего она нужна? Блять, только не это, пожалуйста. Только не Ouija board. Только не головоломки с Ouija. О, Овсом, да, вернулся ник старый. Кстати, да, я не заметил. Или можно не решать загадку с Ouija доской. Ну, видимо, можно было что-то сделать, чуваки. Но я проворонил. Наверное, это влияет на концовку. Обратно не вернуться. Опять бэби орёт. Сраный пузожитель. Мерзкие дети. Поедет ли сейчас коляска или нет? Это типа бюсты каждого персонажа? Нет. Нет. Тут еще разные концовки, но я что-то когда искал картинку для заставки начала стрима, то видел в видяхе якобы как получить... Оно дышит. Как получить разные концовки. Грызуны растут, рак дома, мерзкая вонь, господи, эти звуки. Почему ты все время тянешь при вздохе? Не знаю. Я не понимаю, о чем ты. О, ножик. Почему так долго? Открывай эту чертову дверь. Ну же, открывай. Какого черта? О, боже. Нет, 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 нет. Что ты наделал? Нет. Ну, он кого-то убил, я так понимаю. Тянешь S? Не знаю, возможно, я задумался. Мне нужны примеры, чтобы понять, о чем ты говоришь. Понимаешь? Ну, можно повертеть краны. И запустить воду. Тянешь S? Да, возможно, я такой типа собака, вместо того, чтобы сказать сука. Не знаю, я не понимаю просто, о чем речь идет. Так, ну это я все уже делал. Блин, почему они не сделали нормальное отражение? Специально, что ли, чтобы не моделить персонажа? Ну, типа, в чем фишка? Аудио тут не запишешь. Да вроде клипы можно делать на Твиче. Нет? Все, я понял, что от меня требуется. Так, посмотреть, типа. А, нет, нырнуть. Бульк. О! Ничего себе. Вот это подводный мир. Никогда не пробовал делать так в ванне. Надо попробовать, кстати. Так, мы можем управлять этим? Можем, вроде как. Тити опять отсрань гуляет здесь. Не кушай меня. Так.
как задоджить? Просто если я отжимаю кнопку, он ливает из этого говна. Когда решил почистить. Ты сам вынырнул? Я отпускаю кнопку, и он выныривает. Мне надо держать кнопку, чтобы здесь находиться. Он просто вот плывет вперед. Что за баджик? Там вроде если делаешь клипы, и у тебя 50 просмотров на клипах есть, то тебе дают дополнительную иконку для чата. Вроде как. Так, какая-то школьница. Дочка наша. Видимо, надо все сцены просмотреть, да? Доп. Иконка, да, можете прочитать в блоге у Твича. Там описано, что как настроить, как получить. И кому дается. Типа как у битцов, да, типа того, дополнительная иконка. Можно настроить отображение, типа того. Так, мы какую-то жижу, я смотрю, да, выкопали. Что это? Нужно было показать кому-то. Ужас. Это глаз. Я не мог просто смотреть на собственную работу. Художнику и его творению нужна публика, критический взгляд. Я знал, что делать. Примирился, выскоблил, будто мороженое. Я словно мясник, чудовище. Ну, по крайней мере, из этой грязи получилось что-то прекрасное. Причем какой-то знак, да? Оккультный или что на банке, непонятно. Походу, вы с женушкой грохнули ребенка? Нет, жена нас ненавидела, вряд ли мы могли грохнуть ребенка. Скорее всего. Чё? Чё там Awesome? Фолловер зачем ставит? Ты чё там понажимал? Убери фолловер only мод, пожалуйста. Я чё-то типа такой смотрю в чат внезапно. Да. Чё? Картина исчезла. Где картина? Нужно показать. И такой, да, решил вырвать глаз. Где картина? Where is the painting? Так, мы нашли шашку. И чё? Нам теперь в шашки играть? Что от нас хотят? Я не понял. Может, опять куда-то посмотреть надо? What the fuck? Серьезно? Мне надо еще шашки искать недостающие. Так, вторая. Ну, типа две надо было, да, найти, походу. Так. Причем тут только шашки, я вообще не понял. О! Чья-то фотка. Или портрет все-таки. Окей. Так, что дальше? Мне сесть поиграть надо? Нет, вроде нет активных кнопок. Или еще надо найти что-то. О, открылся проход. Опять эти глаза криповые. Мишки тусуются. О, мертвая крыса. Так.
Что надо-то сделать? Почему у меня персонаж крутится? Бля, я блевану сейчас. Что за херня? Вот такого кручения самовольного. А чё от меня хотят? Мне нужно еще одну шашку найти. Походу, да, надо было найти еще одну шашку. Так, дальше. Чё? Чё сейчас? Красиво. Как много банных принадлежностей? Или что это, я не знаю. Так, видимо, здесь кто-то... тоже надо где-то шашку найти. Ну тут все такое серое. Как я должен это сделать? Вы что, прикалываетесь? Какой-то фонарик врубили бы, что ли. О! Почти... ну, вы поняли, что из школьников. А вот и... Нет? А вот и да, шашка. Экстремизм на стриме. Не-не, я ничего не говорил такого, ребята. Я ничего не говорил. Так. Сердечко. Тук-тук. Тук-тук. Сюрикен, да. Сюрикен из школьников. Так, вот это новая комната, да? Или нет? О, новая. Так, где теперь здесь шашка? Там кто-то стучится. Так, толчок. Можно слить. Может, 10 это вылезет? Ноп. Ноп, это так не работает. Так, вот нашел. Ага. Закрашенная тоже. Закрашенный портрет жены, видимо. Что, стоит подниматься наверх пытаться или нельзя? Еще вот одна. Типа две, да? Этого достаточно будет? Бля, что вообще за бред в конце происходит? Какие-то шашки собираем. Чё? Зачем? Бля, я не понимаю. Чё за кал? Чё вообще? Причём тут шашки? Зачем? Что это означает? Я не понимаю. Чё, блядь? Какая-то странная тема, если честно. Разрабы фантазии закончился? Или что? В чём проблема-то? Так, кухня. Ищешь кухня. Портреты. О! Там, кажется, портрет полуголой женщины. Ну, либо накачанного мужчины с такими огромными щичками. Так, мы взяли какую-то гирю. Окей. Нахера она нам? Типа она нам нужна? Чё, бля, я не понимаю, что происходит. Какого хера вообще?
А, ну надо по... Во, все. И... И... Отсылка к Чапаеву. Ага. Это, кстати, вроде польская студия, да, делала эту игру? Да? Вроде как. Так, а теперь куда? Вот это, да, открылось, я так понимаю. Так. Перекосоебенный портрет. Сейф. Угу. Мне нужна подсказка, значит. Цифры, цифры. Цифры, цифры. Ага. Ты хоть знаешь, с кем играешь? Нет. Вообще без понятия, с кем я играю. Так. Может, с другой стороны портрета? Nope. Так. Ну, на портрете я ничего не вижу. А на потолке вроде тоже. О, ты мне обычно подсказываешь, бро. Нет, ты не подскажешь? Я думал, он мне подскажет. Он обычно листочек держит с цифрами нужными. Так а чё, сейф не обязательно открывать? Типа на сейф можно забить теперь? Лол. А чё это была, пасхалка какая-то? Код количества шашек в комнате. Не знаю, не знаю. Может это для второго прохождения? Какая дичь происходит. Ну просто реально у разрабов, я так понимаю, кончилась фантазия. Они решили просто, ну, лютая дичь, лютую дичь замутить. И из-за этого уровни как-то соотносились друг с другом. А тут, да. Ну что, заканчиваем портрет? Ну, это наша на, я так понимаю. Ну, не, или не наша. Да, вот и все. Прекрасно. Но учитывая то, что мы рисовали, значит наши. Превосходно. Впрочем, как и всегда. Ой-ой-ой. Что? Что? Я не понимаю. Ой-ой-ой. Такая херовая анимация, как будто, знаете, в дипфейк сделали. Нет, хватит, прошу. Я был так близок. В этот раз. У меня почти получилось. Но это еще не концовка, да? Или концовка? Это вот то, что он нарисовал, да? В итоге. А, ну, ясно, короче. Он никак не может закончить портрет, у него постоянно какая-то страшная жена получается. Видимо, из-за того, что он ее убил. Или чё? Очень странная игра. Типичный хоррор, кстати, в плане сюжета. Ничего не понятно, я не знаю. Может, надо DLC проходить? Типа... А, нет. Но тут нормальные портреты. Или это его просто глючит? Не, некоторые глючные, да, смотрите. А некоторые нормальные.
Не, нормальные вроде портреты. Некоторые, да, некоторые испорченные. Странно. Типа, это все глюки его на самом деле. Он сумасшедший какой-то. Когда набухается. Чуть непонятно пока. А вот и песик. Песик. Гав-гав. Уф-уф. Так, ща надо. Так, дневник какой-то. Альбом проклятых. А, это титры, да? Ну, это разрабы игры. Ебать. Слева. На всех портретах следы побоев? Да нет, по-моему. Нихера нет следов побоев. Ну, короче, разрабы себя любят, я смотрю. Смотрите-ка, насколько ЧСВ. Каждый себе нарисовал портрет. Нихера не ЧСВ, реально. Это вместо титр, да, я так понимаю? Не, все такие серьезные, и один чувак с татушками. Вот типичное, кстати, внимание, блять, который сделал себе тату и хочет всем показать, что у них есть тату. Песики, любишь песиков? Нет, я же не панин. Типа такой, смотрите, смотрите, у меня есть тату, ребята. Я ж полуголым. Нарисовался. Чем-то игра закончилась, а то зачем я отошел? Тем, то, что мы дорисовали портрет, он типа не получился, он такой криповый был. Мы вот сейчас его выкинули в комнату, и на самом деле видим, что вроде как портреты нормальные, но, видимо, главному герою просто глючит. По крайней мере, я так понял. Давайте уже долистаем, я не знаю, это бесконечное листание. Может, какая-нибудь пасхалка здесь будет? Ебать, вот это странное, странный рисунок. Короче, сон собаки, да хер знает. Сейчас посмотрим. Все? Все, долистали никакой пасхалки. Как выйти? Ага. Найсу. Вот портреты. Да нет следов побоев вроде как. Они все разные. Просто некоторые есть, да, плохо нарисованы, а некоторые нет. Вроде как. Так, закрыто. Я в офис пойду, игра не закончится. Но все-таки вырван, да, вот этот код. Что-то подгрузка была, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Или нет? Странно. Так, а крыса будет здесь? Ага, пустой полностью стол вообще. Записка какая-то. Моя дражайшая супруга, я знаю, что последние месяцы тебя измотали. Знаю, мне следовало быть более отзывчивым, заботливым, менее эгоистичным. Не верю, что вообще мог наговорить тебе такое. Наверное, я никогда не был хорошим мужем и отцом. Думал, смогу стать великим художником, но и эта мечта потерпела крах. Я постараюсь справиться и относиться к тебе с должной любовью и пониманием. Ты любовь всей моей жизни, моя муза. Ты никогда не прочтешь это письмо. Прости меня. Он типа умер? Или чё? Тут и она умерла, точнее. Поэтому она не прочтет. Так, что-то игра фризить начала, чуваки. 30 FPS. Ключ нашли какой-то. By the way. Почему-то игра фризит здесь. Хер знает, в чем проблема. Так, ну-ка. А что внизу? Бля, такая тишина нехорошая. Просто пиздец. Просто пиздец. Так, это мне сюда нужно по сюжету, да? Что ключ завязался.
Ну тут даже еды нет, типа дом не жилой на самом деле. Ага, тут вообще запечатаны и эти освежители. Освежители из машины, которые вешают всякие таксисты кавказской национальности. 2:05. Спокойной ночи, Максик. О, сундучело. Там что-то есть? Там ни хера. Так, и чё? Типа, по новой картину рисуем. Я знаю, кем ты себя ощущаешь. Потерянным, одиноким, безнадежным. Вероятно, ты это заслужил. Но даже у тебя еще есть шанс. Шанс вернуть все, как было. Все, что ты мог желать. Закончи ее. Вот. Чё, по новой типа рисуем? Ну да. Последний штрих. Чё вообще, блять? Такое ощущение, знаете, чуваки, как будто это какая-то такая полутехнодемка, реально, игры, которая, ну, затачивалась под VR. Но что-то, видимо, как будто пошло не так, и они такие внезапно... Да, мы не будем делать под VR. Сделаем обычную игру. Слишком сложно. Чё вообще? Сюжет. Кто-то понял сюжет. Но у меня DLC нет, так что я в DLC не могу поиграть. А оно стоит там что-то до хера бабла, по-моему. Да и не знаю насчет DLC. Там важная сюжетная тема раскрывается или что? Что там в DLC объясняется? Сюжет? Реиграбельность? Я не знаю насчет реиграбельности. И все, типа? А что это такое? Что это опять за иконка? Че это такое? Это как в Доки-Доки, блядь. Ну-ка. А, это просто продолжить кнопка сглючила, да? Бегаешь за его дочку? Ну, понятно. Типа продолжить, это с самого начала начинаешь или чё? New Game Plus? Че это было сейчас? Ну, это, по-моему, то же самое, просто сначала, да? Ясно. Нет, сегодня, чуваки, не доки-доки. Не бесконечное лето не будет, точно. Купить дополнение. Вот сколько стоит дополнение? Ну-ка. 129 рублей. У вас основная игра проходит с меньше, чем за 3 часа. А дополнение, подозреваю, вообще за полчаса. Ну, такое. Она прикольная, стильная игра, конечно, но... Выбор главы даже есть. Тут есть главы, типа. Бля, игра проходится реально за 2.5 часа. Ну, не знаю, может, если все ящики проверять, может, за 3 с чем-то. Часа, бред. Она, конечно, прикольная, стильная такая, криповая, атмосферная. Но Observer в этом плане у них намного лучше вышел. Они не просто скримерами там пугают, там реально такая киберпанковая атмосфера. Но все равно, но там есть бабайка, а тут бабайки нет. Как бы считаете, да? Вот, вот вам минусы, которые были в обсервере. Такое, такое. Да, и почему-то игра запускается в лончере с сраным. Блять. Ну ладно, что, прошли Layers of Fear, дамы и господа. Я ожидал худшего. Я ожидал худшего в плане, что, ну, будет совсем много скримеров, но вроде оказалось их не так много. Вроде оказалось не так много. На сегодня все, да. Вот такой короткий стрим. Блин, до 2.5 даже прошли. А чё она такая короткая? Типа, иди выбивай другие концовки, что ли? Пиздец. Найти все рисунки грызунов. Вот я смотрю ачивки. 4 из 16. То есть... Типа я еще не нашел 12 рисунков грызунов. Чё? Я знаю, чего хочу. Есть ачивка, дойдите до самого конца игры. Типа я не дошел до конца игры? А то не успевает надоесть. Ну да, видно, что к концу разрабов уже запал пропал. Они добавили какие-то дурацкие шашки. Шашки. Собираешь шашки.
Да. А вот до самого конца игры я не знаю, что за ачивка, интересно. Странно. Почему мне ее не дали? Ну, окей, блин, игра пройдена за 2.5 часа. Чит за игра вообще такая? 420 рублей стоит, между прочим, и на нее скидки сейчас нет, а сейчас распродажа. Дали бы поиграть в шашки. Ты чё? Шашки еще сложнее, чем шахматы. Не дай бог такое, как бы, да, встретить. Судоку. Ага. Ладно, ребят, спасибо, что заходили. Ну, такой короткий стрим вышел. Я думаю, она часа, ну, хотя бы 3.5 будет. А она что-то вообще как-то быстро. Я не знаю, почему так быстро я ее прошел. Может, я не лазил по всем ящикам, как сыкунишка последний, поэтому... Ну, такие дела. Ладно тогда, давайте спокойной ночи. Доброго утра. Хорошего вам пятницы. Скоро выходные. Кайф, все такое. На Хамбле, да, я, по-моему, тоже на Хамбле ее получил. Типа, я вроде не покупал ее в Стиме в самом. Вернешь тебе поинты? Да, да, надо. Спасибо, что напомнил. Да, я сделаю после стрима, Осом. Все, давайте, ребята, увидимся. По поводу ближайших игр, я не знаю, что начать. Я думал насчет Dead Space, но не знаю, насколько это будет интересно, не будет ли душно, потому что Dead Space не слишком короткий. Tomb Raider есть первый. Ну, типа, я, пройти первый, я вот первый проходил, потом можно пройти, будет второй. Во второй я уже не играл. Которые новые переиздания, типа Rise of Tomb Raider. Есть. Есть War Thief, который который 2014 года тоже переиздание, по сути, да. Ну, не переиздание, как, я не знаю, ремейк. Cry of Fear. Блин, Cry of Fear же старый, да, по-моему. Ну да, но она такая, не знаю, не знаю. Есть RPG. Да и что-то нет пока таких, которые можно было начать. Pillars of Eternity. Я типа рак слишком в такие игры играть. Ну, из того, то, что у меня установлено, то, что я типа присматривал, я вот смотрю списки игр. New Vegas надоел уже всем. Skyrim тоже. Есть одна RPG. Доки Доки. Deadly Premonition есть, но она очень плохо работает на ПЕКа. Там с фиксами и тоже... Ну, я, может, кстати, все равно как-нибудь поиграю в Deadly Premonition. Хочу пройти с Русиком, со всеми. Я потому что когда играл, по-моему, на боксе в свое время, там не было Русика, я половину сюжета пропустил. Ну, английский, естественно. Надо идеально иметь, чтобы все понимать. Splinter Cell, да, я Splinter Cell хотел. У меня даже скачан Blacklist. Посмотрим, может, Splinter Cell пройдем. Blacklist, который... Ну, ну, примерно вот такие, чуваки, игры. Возможно, стоит ожидать. Может, мне что-то еще забредет в голову. Я найду что-нибудь в Steam-листе. Или, может, то, что я хотел поиграть. Хоррор смотреть. Ну, видите, хороших хорроров мало, да? И их, в принципе, много выходит. Сейчас инди-рынок такой достаточно обширный. Много выходит, но хороших мало хорроров. Там, по сути, из последних Observer был нормальный, но и то у него тоже много минусов. Там вот этот бабайк постоянный. И то, что это киберпанк, который пытается хоррором быть. Такие дела. Хорроров что там? Амнезия мне неинтересна. Outlast Call. Ну, короче, вы поняли, вы поняли. Там, если что, анонсы в группе. Примерно, я говорю, список из игр вы должны знать. Ладно, ребят, все, давайте. Покой ночи. Хороших вам приближающихся выходных. И чё ты хотел сказать, и вылетел с головы. Все, значит, пора точно заканчивать. Все, давайте. Пока.